All together. Ладно, волхвчанин, потом ссылку поменяю, короче, сейчас не могу, правда, видишь, занят, пипец. Будет видео по дропам? Нет, зачем видео по дропам, господи. Я тоже играл в Realm Royale, кстати. Видео по дропам? Чё, одна и та же карта, кстати. Так, минус зрителя. Нира забанили на 2 минуты, понимаю. Торопишь. Мне нравится глич, но я уже вот с каким человеком разговариваю, мы не можем понять, что его обилка делает, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой! Как же хорошо я ей дал, господи. А там еще? Так, отрабатываем бомбу. Надо было вот здесь закрыть проход просто. Да тихо, не добивайте моих-то, ё-моё. А, я понял. Да, сделаем, конечно. Так, пулик. Пулемет по-любому. Блин, перезаряжать оружие на бегу — это имба, кстати. Сейчас Дима перебанит всех новых зрителей. А, смотри, Диму победили. Понимаю. Дропы этой игры такие редкие. Я не знаю, дядь, я не знаю, какой процент. Хорош, Октопус, хорош. Ребята, на канал подписываемся. Тут новости хорошие, то, что нас включили в рассылку. И помимо того, что у меня на канале уже есть дропы, помимо того, что я еще ключ вам сейчас разыграю сегодня. Тихо. У нас еще будут ключики. Брат, перекатись и подними. Хорош. Блин, глич крутой персонаж. Хорош, они их всех убили, лол. Хорошо. Я на последнем месте, я прям с задротами. Ох ты, смотри, Октопус хитрый какой, мне говорит ключик. Так. Нет, пока пушку. И вот это. Кстати, тоже забавный агент на самом деле. В дефе вообще классный, для дефа вообще классный. А, окей, давай сюда. Да не, они классно сделали, то что рез есть, да, вот как казалось бы, да. Такая банальная штука. Хорош, брат. Хорош. Да ела она, блин. Полтора года меня смотришь? Так я помню, Октопус, просто давно не приходил почему-то. Дим, игра называется Rook Company от Hi-Rez'а. Хорош. Слушай, я ищи, мы сколько игр выиграли-то? Короче, не буду пока ссылку добавлять под YouTube, ребят, для донатов. Ладно уж, волхвчанин этот не сможет задонатить. Так, по-любому броню. До него по-любому броню. Выглядит эффектно. Хорошая игра. Немножко нужно привыкнуть к темпу игры, потому что он невысокий. Для стрельбы, для стрелялки он не очень высокий. И вот эти выглядывания нужно понять. Я думаю, то, что задроты будут очень жестко играть в эту игру.
быть не могло. Спасибо большое, ребят, спасибо большое. Здесь пошло, потому что здесь стрельба приятная. Вообще, в Valorant, вот то, что они взяли стрельбу из контры, это, ну, это очень странно выглядит, потому что контра, это не вверх, как бы. Домой, просто домой. Лидеровый. Это лидер был. Как же мне решать? Как же броня мне помогла в первый раз? Карта как для телефона? А все говорят про карту как для телефона, а я не пойму, в чем прикол. Я, может, этот... Непонятливый. Так, еще я посмотрю на карту, еще раз скажу. Что там у нас? 4,5 часа уже стрим, ребят. Завтра тоже будет стрим, но завтра будет не Rook Company. Завтра мы начнем игру Кэриан проходить. Будет смайт, розыгрыш скина и игра Кэриан. Так что, если кто-то нравится кому-то смайт... Приходите. Если кому-то нравятся пиксельные игры с сюжетом, ну, наверное, с сюжетом, я не знаю, приходите. Новеньких мы тоже любим. Главное, чтобы новенькие общались. Задача общаться. Может, даже не фоловиться. Главное, общайтесь в чате. Игра будет и на телефоне, вряд ли. Она будет на все платформы актуальные, то есть PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. А вот на телефон, наверное, вряд ли. Не Керриган. Керриан называется игра. Это игра антихоррор. Блять, ну постреляйте же вы в нее. Проиграли, проиграли, понимаю. Блин, не зарешали мои эти, конечно. I'll take that. Окей. Кэриан называется игра, Кэриан. Завтра будем начнем ее проходить. Она быстро проходится, но я планирую ее за два стрима пройти. Завтра разделить стрим на две игры. И потом на следующий стрим допроходить Кэриан. А где, про что ты, волховчанин? Я просто не пойму, какой гидроскоп, что это такое? Типа, ну карту я вижу, я бы не сказал, что она как в телефоне. Кстати, карта мне нравится. Но гидровода, да. Волхачан пишет гидроскоп. Гидроскоп. Hey, нет, мать, так не работает. Обходить нашу команду не нужно. Сейчас чат 5 сек. Ой, каки. Deploying utility. Блять. Хорош. А скины-то что нет? Получить уникальное можно врагу или все это на старте будет? Скины сейчас есть только в максимальном издании. Скины есть только в максимальном издании. Там скины на оружие и один скин на эту, на Ронина. Но мы продолжаем Энвила смотреть. На этот раз в защите, но в защите он вообще имба. Так, волховчанин, это же штука, ты говоришь, которая позволяет на клавишах телефона контролировать отдачу. Разве нет ее на геймпадах, на PlayStation, на Xbox? Скины роли не играет? Играет, Grassmaster. Играет, потому что людям нужен контент. И скины это тоже своего рода контент для людей. Для некоторых даже более важно, чем что-либо другое. Не всем интересен, типа, рейтинг... Многим интересна просто игра и ее визуальный стиль. Если будет разнообразие, это привлечет и еще больше людей. Там на Ронина, Чака и еще одну девочку. На Ронина разве тоже есть? Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, сейчас покажу. Надо же сверчком сверчить. Да, в любом случае, да.
Еще скин на Чака. А на Чака там какой? Ну я сейчас посмотрю, короче. Я сейчас посмотрю, у меня-то все куплено это. Блин, не знаю, может быть попробовать. Ну вот, вот эту нет смысла вначале покупать, да, у них не будет вообще ничего. И снаряжению нет смысла. Ну нет, по-любому апать пистолет нужно. Ребят, дроп рандомный. И процент дропа тоже рандомный. Не факт, что вам сегодня упадет. Сейчас посмотрим. У меня-то максимальная изданная нира. Сейчас посмотрим. Не, я согласен, то что скины это не основная, как бы. Не основной контент, но это важный контент, понимаешь? Если игра будет отвратительно выглядеть, ты в нее играть не будешь. Ну, скорее всего. Так один остался. А, двое остались, подняли. Блин, в спину зашел, не убил. Не, ну я порешал все равно. Для отдыха. Так, пулемет. Пулемет. Вот сейчас у них будут девайсы, можно взять эту. В дефе. И, а в любом случае, точку мы должны дефать на самом деле. Ему очень удобно там деф. Вот это, кстати, в максимальном издании танец. Сейчас, ребят, после этой катки я вам разыграю ключ. А вы, если не хотите пропускать, вы как бы подписывайтесь и на Twitch, и на YouTube. Будут доступы еще разыграны. И, видимо, потом нас тоже включат в рассылку всякого вкусного ништяка. Что-то пушек-то мало. У каждого агента свой набор. Долго перезаряжается, очень плохо. Бомб спотет, окей. К нам, если что, заглядывают официальные представители Харезов, поэтому, ребят, ну нужно находиться на стриме в любом случае. Мы не пушим, мы не будем играть как дебилы. Тем более наш тип уже идет там в спину. Мы будем отыграть как в Валоранте рейтинг мы отыгрываем. Аккуратно. Все как и должно быть. Лол. А где последний-то? Что-то я не понял. Алло. Good job. We held on. Победа. Не знаю, куда он спрятался. Здорово, Razer. Победа легчайшая, ё-моё. Еще одна отличная катка. Еще одного агента посмотрели, между прочим. Заслуживает лайка, ребята. Заслуживает лайка, коммента.